Ну вот, я вам говорил о снах. Помните, я рассказывал на одном из предыдущих занятий, что человек может вступить в диалог с Богом, и ему ответы, как правило, вообще даются сразу, но человек на уровень осознанности выводит это во время пробуждения, когда мозг еще не проснулся, но уже и не спит. И надо уметь совместить образы, которые тебе даны сверху, с теми проблемами, которые у тебя есть.